Здравствуйте, уважаемые зрители! Осень 2021 года ознаменовалась новыми трагичными рекордами смертности в связи с нахлынувшей третьей волной вируса. Ноябрь продолжил печальную тенденцию. Шквал смертей никого не оставил равнодушным. Уходят как простые люди, так и представители творческих специальностей. Вирус уносит жизни пожилых людей и совсем молодых. Многие артисты сейчас находятся в тяжелом положении. Врачи ведут борьбу за их жизнь. Среди них Валерий Гаркалин, Анжелика Варум. А известный исполнитель Александр Серов проходит курс реабилитации после болезни, которую он перенес в тяжелой форме. Поэтому берегите себя, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Сегодня пришла печальная новость. Стало известно, что известный актер, исполнивший роли во многих знаменитых сериалах, попал в больницу. Станислав Дужников попал в одну из московских больниц. После перенесенного коронавируса у актера возникли осложнения. У него диагностировали пневмонию. Он находится в среднетяжелом состоянии. Ситуация ухудшается тем, что актер имеет хронические заболевания – гипертонию, панкреатит, а также бронхит. Между тем, супруга артиста заявила, что состояние ее мужа не вызывает беспокойства у медиков. Но по информации известного телеграм-канала, врачи не дают обнадеживающих прогнозов. Они считают, что состояние тяжелое. Вся надежда на организм актера. Проблемы со здоровьем у актера могли возникнуть из-за резкого похудения. 47-летний актер не так давно избавился от лишнего веса. Когда-то он весил 148 килограммов, но сумел похудеть на 60.